Юдин. Находит ближнего партнера. И сам Кирилл Петров потащил шайбу вперед. Из-за бодки бросать не стал. А тут уже и площадка закончилась. Готовца накрывает Кормье. Снова к Петрову за воротами шайба приходит. Туда Вилипока. Очень четко действует клюшка. И даже без применения грубой физической силы. А теперь Зернов улетает один на один. Убирает на неудобную. И Белялов оставляет свою команду в игре. Но Зернов сегодня очень хороший матч проводит. Все-таки прошлой встречи, когда... Именно он стал автором неточной передачи, после которой Глухов забросил шайбу, чувствует вину.